Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И в нашей семье тоже есть свои герои. Они прошли всю войну до самой победы, вернулись домой и прожили еще долгую, хорошую жизнь. Это наши дедушки. Безумов Василий Алексеевич и Вологжанин Михаил Иванович. Вологжанин Михаил Иванович – уроженец села Прокопьевка. Дедушка Миша был призван на фронт в августе 1941 года. Он прошел всю войну, побывал в самых страшных битвах. Дедушка был защитником Сталинграда. В битве за Сталинград дед получил серьезное ранение и был отправлен на лечение в город Сочи. А после этого он снова вернулся на фронт и прошел уже всю войну до самого конца, и он был одним из тех, кто брал Берлин. Мой дед был отмечен боевыми наградами за оборону Сталинграда и взятие Берлина. Безумов Василий Алексеевич был председателем колхоза в селе Великовисочное Архангельской области. Как председатель он получил бронь. Но тем не менее, он все же отправился на войну. Дедушка Вася был защитником Ленинграда. В мирное время он был охотником. Умел маскироваться и очень метко стрелял. Поэтому его назначили снайпером, а затем разведчиком. Дедушка Вася уничтожил 17 финских солдат и снайперов, входивших в состав фашистской армии. Дед получил медали за отвагу, за оборону Ленинграда. Орден Славы Третьей степени, Орден Трудового Красного Знамени, Знак Почета. Эти награды хранятся в Краеведческом музее моего родного города Нарьян-Мара. Мы поздравляем вас с великим праздником, с Днем Победы! Желаю, чтобы у вас было ясное небо над головой!